На своем рабочем месте Александр Строев чувствует себя как рыба в воде. На заводе «Контактор» молодой специалист трудится уже 6 лет. На промышленную площадку пришел, будучи выпускником машиностроительного факультета Политехнического университета. Начав карьеру с рядового инженера-технолога, Александр успел подняться по карьерной лестнице и получить первую категорию. Признается, свою роль сыграло трудолюбие и знание английского языка. Занимаюсь сопровождением производства по направлению штамповки, лазерной резки, гибки на универсальных листогибочных прессах. В обязанности Александра входит повышение производительности труда и улучшение культуры производства. Знаниями и навыками, полученными на предприятии, он поделится с другими молодыми инженерами на молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего». Уже завтра международная площадка сработает в спортивно-оздоровительном лагере «Садовка». На 12 дней молодые представители мирового инженерного сообщества разработают и приступят к реализации своих проектов и программ, направленных на развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности. Форум вышел уже за пределы статуса всероссийского форума. Более 1000 инженеров, молодых инженеров с различных предприятий приедут на этот форум. Уже участники из 20 стран заявились. Наш герой Александр возглавит команду компании «Легран». 10 молодых и перспективных работников предприятия будут участвовать в интеллектуальных играх, тренингах и обучениях. Так как форум имеет конкурсную основу, то за участие в каждом мероприятии команде будут начислять баллы. Итоги конкурса подведут к концу форума. Хотим получить новые знания, какие-то идеи, опыт в сфере новых технологий, передать опыт и поделиться с другими участниками форума, пообщаться с профессионалами, так сказать, в нестандартной обстановке. Вся программа инженеров будущего исходит из самого названия форума и ориентирована на технологии будущего. В Садовке будут работать сразу 9 факультетов. Это все, что касается радиоэлектроники, информационных технологий, авиационной и аэрокосмической промышленности. Свои площадки представят такие крупнейшие корпорации, как Росэлектроника, Объединенная авиастроительная корпорация, компания «Сухой» и многие другие. В качестве площадки для проведения форума Ульяновск выбран не случайно. По словам организаторов, дело не только в инвестиционной привлекательности региона, но и активная работа вузов. Университеты открывают базовые кафедры на предприятиях, охотно принимая на практику студентов и трудоустраивая выпускников. Очевидно, что и стартующие завтра инженеры будущего помогут десяткам молодых людей начать свою карьеру на перспективном предприятии. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.